Окей, значит, собственно, орёль. Всем орлям орёль, который мышек кушает. Так, хорошо. Значит, что там земля говорила? Во-первых, надо бы разбить лицо на пирсе, жопница, которая на пирсе стоит. Во-вторых, надо, да, надо улучшать стены. Надо стены делать дальше. И тогда вот здесь вот наверняка у меня будут уже, будет кто-то, да? А потом стены сделать можно еще дальше, вот, например, вот сюда, и будет еще больше кто-то. Но для того, чтобы стены сделать так далеко, мне нужно достаточно приличное количество монет. А приличное количество монет зимой найти крайне сложно. Ну, разве что с банка, да, это очень неплохо. Так, давай еще разок. Беги, 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 беги. Пика, пика, ёпта, ёпта. Сейчас мне надо пикинеров. У меня их не осталось, зашибись. Делать пикинеров, чтобы одни добывали рыбу, собственно, зимой из воды. Это было бы великолепно вообще. Пикинеры, по идее, себя даже достаточно быстро должны окупать, если одни все-таки соберутся поймать рыбку. Орел это нормальное существо с четырьмя конечностями, а не этот мутант с шестью. Где ты видишь шесть конечностей? У мутанта их... О, у мутанта, у орла их две. Ну, ноги. Хотя, если считать крылья конечностью, то да, там четыре. Неважно, ну грифонь, грифонь. Крылья тоже конечности. Семь, голова же еще. Боже, сколько конечностей. Ужас. Если мы подумаем еще дальше доста, можно сказать 8, ибо хвост. А можно и 9 сказать, да. Мало ли конечностей там, да. Окей, мне нужны людишки. Мне нужны людишки. Людишки, по-моему, у меня справа где-то были. Вроде как. Единственное, что справа может уже жадность прийти. Так, людишки. Быстрей! У меня пекарни нет, пекарню я себе не строил, она дорогая дико вообще. Можно поэтому переживать вот просто так. Кстати, у земли надо спросить... О, спасибо. У земли надо спросить, шли ли к ней жадности, когда она... этот... разбила... мост. Ну, типа... пирс, когда освободить, да? Продолжать ли идти с жадности, если ты освободил пирс? Потому что если нет, то это очень классно. 9 клюв. 8 это девочка. На конечности только 6. Это так работает. Я бы не сказал. Ну да ладно. Сейчас буду сдувать. Не, погоди, здесь у меня защита просто обдолбаться. Мне сдувать всех надо с другой стороны. Так, вот, вот, вот тут мне надо всех сдувать. Кстати, я здесь хотел мега-башню строить. А мне в итоге и мега-башня здесь нужна, и стены надо дальше делать. Покусей, покусей. Ну, покусей. Он такой весь из себя уставший, в принципе, он не может дальше крыльями махать. Но при этом кушать не хочет. Шак, ты уверен, что зима заканчивается? Нет, ты чё, зима же бесконечна. Это все давно знают, что зима никогда не заканчивается. А, это война, не, погоди. И она не меняется, не заканчивается. Хм, ну тогда даже не знаю. Конечно, заканчивается, блин, хакер. My God, it's that amazing. Спасибо за все. О, монету. Сейчас у меня нормально рыболовствование пойдет вообще по полной программе. Да, кстати, по поводу рыболовствования. Еще один рыбак. Он, правда, идет сейчас в другую сторону, к сожалению, но рыбаки пригодятся. Вот, здесь мне надо делать уже очень хорошие стены. Так, окей, еще строим стенки. Ом, мышка. Так, рыбаки. Рыбак, рыбака, что-то там вообще, да? А, я, кстати, только что минус один небольшой понял. У меня здесь не будет моей мега-башни. Наверное, это плохо.
Да, без мега башни дев будет чуть-чуть сложнее. Блин. Я просто так теряю четырех лучников, которые будут стоять в башне и нифига не делать. Но только если мою вот эту стену не пробьют, да. Если стену пробьют, тогда да, будет уже как бы посложнее. Так, еще круче. Что там по монеткам? Я надеюсь, монет... Вот! Катапульта! Окей. Слушай, я катапульту только в ту сторону могу сделать. Потому что я только ту сторону развил до катапульты. То есть, если я буду развиваться сейчас направо, я тогда только справа смогу сделать катапульту. А не в одном месте катапульта на обе стороны. Вау. Нифига себе нововведение. Ага. Окей, Михалыч, окей. Так, а я могу мега-стену сделать уже? Нет? Да. Денежек не хватит на мега-стену. Ну ладно. Мечника пока никакого нет. Но есть вот Кото пульта. Так, еще монетки. Надо, значит, и с этой стороны тоже стену развивать дальше. Причем прилично дальше так-то. То есть это надо стену вот тут вот вообще ставить. А я не могу ей здесь ставить, потому что... Потому что дерево. А дерево я не буду разбивать, потому что лагерь беженцев. А лагерь беженцев очень сильно пригождается. Да. Особенно если дело касается пикинеров, которые... Ну, хотя можно вот тут вот стену типа поставить. Я не уверен, что такое улучшение поможет, но попробовать можно, да, определенно. Бедняки-то дойдут. На удивление, они, конечно, медленные. Они побегут, как только жадности увидят. Но дефать должны нормально. Так, еще один рыболов. У меня тут сюда катапульта уже приехала. Ей, Кото пульта. Прикольно. Так, теперь могу сделать? Да, заподлицо. Нойс. И пикинеры сразу такие тросы и обратно побежали. Фу, тросы вообще. И на деньги все потратил тудой, но оно того стоит, на самом деле. Я уверен в этом. У меня эта ночь очень спокойная. Тихая ночь. Грифон мышкует, да? Грифону по кайфу. Так, сейчас у меня ребята должны ловить рыбу обязательно. Потому что мне нужно очень много денег. Если я стену хочу еще и справа отстраивать, естественно. Один бедняк на всякий случай остается. Даже два. У меня, походу, пик у кого-то сломался. Так, стоп. Если пика сломалась, нужна еще одна пика. И пускай берут. О, тут рыбка пошла. Неплохо. Вот он, мечник. Вау. Вот это, Михалыч, по идее, то, что мне надо. Так мне надо, по идее, избавиться еще от оруженосцев, наверное. Ну, посмотрим. Надо сделать мечника, надо посмотреть, что мечник вообще умеет. Так, еще рыбка. Погоди. Бомба. Здесь можно сделать меч и можно сделать бомбу. Это по поводу которой земля, видимо, спойлерила. Еще две монетки. Отлично. О! Тынь. Еще рука. Так, деньги, 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 деньги. Отлично. Плюс-минус можно так-то деф выводить направо. Кстати, скорее всего, если они сделали стороны настолько ориентированными, значит... Бомбу можно катить только налево будет, например.
отсюда. А с другой стороны надо мечника делать, и он сможет катить всякое направо, например. И все. И только так. Может, этот прапор оруженосца в мечнике? Может быть. Может быть. Чё узнаем? По идее, денег должно уже хватать. Оп. Так, и чё? Да, смотри, оруженосец бежит на меч. Окей. Эй, лыцарь! Настоящий лыцарь в очпе. Лыцаря монетками обеспечил, хорошо. Ну, сдается мне, что одни только на одну сторону будут идти. Минус, слушай, сорян, Джонар. И вот эта бомба тоже будет катиться только в одну сторону, вот в ту. Так, деньги. Рыбалка отлично себя показывает, вообще. Просто очпи великолепно. Так, ну после одного рыцаря тут, в принципе, надо деф другой делать уже. Да что-то бедняк здесь ходит. У меня, походу, кто-то в бедняка превратился. Так, пацаны, отходим под вышку. Мне главное щитовых жадностей как бы подальше держать, чтобы они прямой стрелой по ним стреляли, а не навесом. Вот прямой стрелой они стреляют гораздо более мечи, чем навесом. Все оруженосцы способны превратиться в рыцаря. Так, не фыркай. Кушай. Еще покушай. Нет? Ну вот. Декс, окей, на. Сейчас надо деньги и попробовать улучшить стену направо. Возможно, там будет катапульта. Потом уже решать, надо ли мне отправлять. Или забить вообще. Или прямо сейчас тупо отправить ребят в ассалт. С другой стороны, чем больше порталов я здесь разрушу, тем больше задница будет в итоге так-то. Там же начнут спаунеры еще выходить, это как бы грустно. Один портал я здесь уже разрушил. Что у нас осталось? Так, тут медведь. Мяу. Вот у нас второй портал. Стену, насколько я помню, разрушить нельзя все равно. Это концепция игры такая. Что стена будет вообще всегда. Третий портал. Так, стена здесь. Да. Здесь стена, значит, мне надо идти направо все-таки развиваться. Налево у меня Uber Dev 9000, я рад за него. Но выходить дальше все-таки не надо. Шаг, там наверху на стене символ высвечивается пушкаря. Там, где монетки перечеркнуты. Я видел. Но у меня его нет, это небесь такой ценар. Шаг, тут спаунеров нет, я не встречал, тут есть твари похуже. Окей. Да, наверное, еще один портал я делать не буду, мне это не надо. Мне надо сейчас развиваться направо. И пытаться действительно отстроить типа маяка. Слушай, рыболовство на самом деле ничего так бабла-то приносит, ладно. Очень даже неплохо бабла приносит. Отлично. Зимой забивать кошель почти на фул. Классно. Мы неправильно все же думаем, надо развиваться все же к стене. Особенно, когда железо открыто. Окей. Ну, тебе же никто не запрещает думать так, правильно, Земля? Правильно. Вот, думай. Я не против.
Такс, еще одну пику на всякий случай. Че, у меня ребята бегут в другую сторону уже. Да, пикинеры разбегаются на деф, на разные. По разным странам девца. Окей, вообще бомба дорогое удовольствие на самом деле будет. Если это бомба, ваншот это обычный портал, то можно просто бомбу накатить и все будет нормуль. В принципе. Хрена тут катапульта метать стало, лол. Офигеть. Погоди, она всегда так? Нет, она и ближе может. Катапульта стала стрелять еще дальше. Охренеть, катапульта классно. Котопульта. Это я для катапульты одну огненную почку купил, что ли? Очень похоже на это. Забавно. Ну-ка. Да? По-моему, я для катапульты только что купил одну огненную почку. Ха-ха, прикольно. Декс. Теперь ты мне хочешь что-нибудь дать? Нет. На тебе денег. Пускай на это пока положено на депозит, пускай они там копятся. Значит, мне надо стену ставить сначала тут. Потом я все-таки избавлюсь от вот этого лагеря. Ну, хотя, ладно, окей, хрен с ним. Можно прямо сейчас избавляться от этого лагеря, чтобы стену поставить сразу дальше. Можно даже стену поставить сразу вот здесь. Или вот здесь вообще. Лол. Главное не слишком близко к порталу, потому что у меня ребята пойдут же тогда портал атаковать вручную, это будет очень не очень. В принципе, более-менее нормальная стена будет. Сейчас я с них еще вот с деревьев золото получу. Двигаемся дальше. Опс. Не, подберись. Лагерь одни не очень сильно спешат разрушать. Вот разве что. Так, у меня здесь есть один рыцарь. Возможно, стоит больше лучников нанять. Люди есть. Надо больше лучников еще. Лучников прям мало. Ну, именно справа мало. Слева лучников обдолбаться. Справа лучников мало. Ну и вряд ли там обычная деревянная стена, собственно, сдюжит. Стоит с теми ребятами. Поэтому сейчас я еще и вернусь. Си, молодец. Ребятки ловят рыбу, у меня денег хватит для того, чтобы стену поставить хотя бы первую каменную. И вот эта первая каменная стена должна, собственно, зарулить. Ну и еще, естественно, да. Еще один лук тоже пригодится. Так, не фаркай, покуси. Да ладно, ты все еще фыркаешь, еще покуси. У него, видимо, надо ждать, пока полная анимация еды пройдет. Тогда он типа ест нормально. Так, денежку. Нет, серьезно. А, блин, возвращается уже. Косяк. Ты сейчас уже жадность. Да, вот они подбегают нафиг. Они, конечно, выбивают из меня деньги, но мне же надо дефать своих ребят. Не, ну более-менее, скажем так. С учетом обычного грифонистого, волну жадности, обычную волну жадности, можно отбить. Пока вы мне сюда, блин, пикинеры шли. А ребята ловили те монеты, которые из меня выпадают, кстати. Удобно. Вполне. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ей, так. Теперь вот так вот.
Сейчас скоро мега стену здесь поставлю, все будет нормально. Есть катапульта. Хорошо. Значит, для катапульта достаточно обычную каменную стену поставить, и все будет нормально. Здесь, кстати, тоже охота поставить каменную стену, чтобы... Ну, хотя бы забор был каменным, а то не прикольно. Если я начал строить стену, то надо строить, продолжать стену дальше. К сожалению. Иначе не прикольно. Да. Я так понимаю, что у них поломались остроги, кстати, у ребят. Очень много чуда. Очень много чуваков, которые просто без копий ходят. Это просто куча копий сломалась. Грустно. Текс. Не. А. И мне только на двоих хватит. Если они сразу начнут рыбу ловить, это будет замечательно, потому что мне одной монетки. А, вот, спасибо. Давай так. Или они начинают рыбу ловить только на следующий день. А, во, ловят, окей. Так. Тыч, оп, тыч, оп. Каменная, да? Все, окей. Здесь будет более-менее красиво. Красота требует жертв, как известно. Ага. Во, смотри, сразу начали ловить. Зашибись. Отлично. Пацаны вообще, ребята. Снег пошел, да здесь снег давно идет. Все. Если что, пики еще будут. Вот. Это самое важное. Тык-т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 ык. Стедно есть. Катапульту надо брать. Определенно. Так, я не понял, где рыцарь, который должен быть здесь. Либо рыцари вообще только вот тут вот появятся. Здесь, типа, расстояние достаточно большое. И, возможно, стену стоит делать еще дальше. Вот здесь вот стену делать. А, не, рыцарь этот же. Мечник появляется только если стена полностью улучшена. Точно. Он может появиться и здесь, и здесь. Вот тут вот он, скорее всего, появится. Но мне нужна полностью улучшенная стена. Шаг, снег сошел. А, сошел? Не, не сошел на самом деле. Это просто, ну, типа, знаешь, такое. Небольшое потепление. Это не значит, что зима уже перестала. Не, зима еще будет продолжаться. Такое было и в прошлой части, когда я, помнишь, думал уже, что зима кончилась, потому что снег кончился. Вот, но не, ничего, снег еще будет, да. И зима нифига не кончилась еще. Ну ладно. Возможно, перезимовать не так уж и сложно стало из-за этих рыболовов. А как только я перезимую, собственно, откроются снова кролики. Кролики это деньги, деньги это развитие. Развитие это круто. Так, еще две монетки, спасибо. Хотя, с другой стороны, вот корабль мне не надо делать, пока я маяк, наверное, не построю. Только, в принципе, с маяком есть смысл. После маяка... То есть, на этом острове можно развиваться до тех пор, пока я не построю маяк справа. И потом уже жральню поставь, наверное. Зачем? Мне не надо. Я ж, по сути, людишек-то не теряю. Мне новых людей не особо сильно надо. У меня не так сильно много денег, чтобы новых людей профессии обеспечивать, скажем так. Кинер прикольный. Так, мне не хватает монетков. Ладно. Ну, давай сделаем вот так. Вот так. Блин. Вот так. Так, еще... А, еще надо будет подождать. Здесь надо будет ждать, когда здесь деревья можно будет рубить уже. А дальше вообще идет дом отшельника. То есть все эти деревья я могу срубать совершенно спокойно. Но надо ждать, когда на заднем фоне лес исчезнет. А это проходит прилично времени обычно. Маяк... Да, земля тут проспойлерила, что если ты убьешь на пирсе существо, а его убить можно, собственно... На самом деле, то, что можно было его убить, это видно было по трейлеру. Что хорошо. Но, если его убить, оказывается, появится маяк.
который позволит тебе возвращаться на этот остров, и чтобы у тебя корабль не ломался. Короче, не строить корабль каждый раз, да? А просто возвращаться на этот остров. Корабль ломаться не будет в этом случае. А то ты каждый раз без маяка, как придурок, в остров врезаешься, понимаешь, корабль ломается, и его надо снова и снова и снова и снова восстанавливать. Вот такого, по идее, не должно быть. Точнее, должно быть, но не будет с маяком. И пошли в обратную сторону. Удобно, кстати. Они плюс-минус всегда в деревне, то есть можно всегда пробежаться и собрать денег себе. Ты плюс-минус знаешь, где все эти пикинеры постоянно расположены. Оп. Отлично. И я бы сказал, что пикинеры, ну, несравнимы, конечно, с кроликами, но с фермой более-менее. А учитывая, что ферму мне вообще сейчас нельзя сделать, как бы. Это еще и круто. Так, ското пульта, зашибись. О, еще монетка. И еще монетка. Мне причем стену сейчас сделать нельзя. Если я сейчас сделаю стену, то у меня ночь не переживут, ребята. Мне надо сейчас подождать, то есть катапульта сейчас приедет. Подождать окончания ночи и после этого делать стену. Деньги на стенку уже есть. Плюс-минус, надо еще раз пробежаться, возможно, они по деревне, вот катапульт едет. Возможно, они по деревне много чего сейчас достали еще. По деревне, говорю, по городу, каменный город, все дела. Вот, спасибо. Эрич, 23. Отлично. Как и я, они молодцы вообще. Все, все бегут на деф. Окей, дефовые позиции, все зашибись. С этой стороны будет достаточно легко, потому что тут есть катапульта и рыцари, целых три. Вот, справа будет чуть посложнее, там меньше лучников, но... Катапульта теперь тоже есть, катапульта все должно быть проще. Еще две монетки, спасибо. Мне так нравится, как пикинеры радуются пойманной рыбке, прикольно сделали. Да? Мне больше нравится то, что там реально пойманная рыбка, которая влияет на меня. Потому что эта пойманная рыбка единственная, как ты можешь зарабатывать деньги сейчас, да, в зимой. И это, собственно, пипец как сильно важно. Так, окей, да. Теперь строим мега-стену. Сейчас будем смотреть, будет тут мечник или нет. Если тут будет мечник, можно будет ребят отправлять на правые порталы, ну и в итоге на пирс, да. Кстати, вот, пика сломалась у одного чувака. Он назад идет. И здесь можно огнебочки покупать еще до кучи. Я не знаю, хочу ли я огнебочки. Может быть, даже, да? Но, по идее, эти огнебочки, они очень полезные. Очень полезные. Но... Тут есть проблема. 5 монет, одна бочка. И она, походу, реально одноразовая. Да. Судя по всему, рядом с ними уже ничего нет, поэтому огнебочка была одноразовой. Они выстрелили эту бочку на... То есть они выстрелили ее в любом случае на ассалте, и все. Что это, откуда такая красотища? Это называется Kingdom New Lands. Это новая часть Kingdom, которая вышла вот только-только. Буквально. И вот я в нее играю, потому что она офигенная. Потому что мне подарили... Я не знал вообще про нее. Мне подарили первую. По-моему, я купил сам вторую. Опять же, это проверять надо. Вот. И я вот сейчас купил New Lands новую, которая вышла. Потому что сама Kingdom сама по себе, она очень красивая игра. И очень милая. И вот именно в Kingdom New Lands добавили, например, грифонистого. И медведа, например, еще. И огненную саламандру, например. Чтоб скучно не было, огненная саламандра, а-за-за. Текс, у меня здесь нет рыцаря. Мне это не нравится. Это значит, что вот эту вот башню я построил на самом деле просто так. Это значит, что башню ближайшую надо строить, я не знаю, тут? Или здесь, например? То есть почему-то здесь рыцаря нет, это очень странно. Они, по идее, по сторонам же ориентированы.
В New Lens не добавляли грифону и саламандру. Это в двух... Ой, Two Crowns, точно! Я совсем забыл. Two Crowns, конечно же. Ну, как обычно, я между этими частями в названиях путаться буду. Между New Lens и Two Crowns. Это Two Crowns, да, это последний. Шаг не очень. Да знаю, я знаю. Ну, путаюсь, сорян. Мне казалось, что второй подарил Свегдон и Синдарин, может быть. Говорить сейчас не буду, потому что я не помню банально. Монетки пока на депозите лежат, это очень хорошо. Но он достаточно далеко, на самом деле. То есть сколько это бега получается? Так, сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 секунд бега от катапульты. Я прям даже не знаю. С учетом того, что мне здесь вообще сначала корабль идет. Так, все еще фыркаешь, еще поешь. Типа раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Плюс-минус он здесь должен появиться. Блин, катапульта классная стала. Катапульта вообще офигенная. Так, можешь достроить внутреннюю стену, смысла нет. Здорово, Лорнин, да. Так, давай вырубать вот это все. Я сейчас здесь буду стену строить. Если его не будет даже здесь, значит тот, который слева, будет отвечать за оба направления, например. Не должен. Почему земля? Ты думаешь, он появляется только слева и отвечает за оба направления сразу? Шаг, может одно здание на два лайна? Понимаешь, оно слишком далеко расположено слева, если бы это было одно здание на два лайна. Оно должно быть тогда, ну, правее расположено, хотя бы. Там, по центру, например, по тому же. Все оруженосцы, ну... А огнебомбы, окей, земля. Как он определит, в какую сторону я хочу катить огнебомбу, как бы? Я ж хочу ее катить не только налево, я хочу ее направо катить. Я так понимаю, что, ну, хотя, может быть... Может, огнебомба предназначена быть только для самого портала, например. Это мысля. Возможно, огнебомба только для портала стеного предназначается. Он появляется только со стороны стены. Ну, может, тогда реально бомба только для портала нужна, чтобы портал завалить. Ну, в смысле, скалу завалить. Дефаешь, катишь огнебомбу, валишь скалу... Все, ГГ. У тебя свободный полностью пройденный остров. Может, бомба для стены? Ну, скорее всего, наверное, да. Ну ладно, тогда, по сути, мне дальше деф вообще не нужен. Ну, в смысле, да. Дальше продлевать деф сюда смысла не имеет. Хотя, имеет смысл, чтобы рыцари бежали меньше. Потому что бежать здесь реально долго до портала. Бежишь, 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 портал, бежишь, 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 бежишь. Тут достаточно близко, по-моему, должен быть второй. Если все правильно помню, нет? А, не, наоборот, далеко второй, то есть первый близко, второй далеко, а после второго этот пирс сразу. Не совсем так, шаг выше, что такое с метом сейчас? Так, что там шаг выше? Ты на кого бочку катишь? Грифон, грифон, шляпа, все это единорог тащит. Ты вот выше для этого сказал, что единорог тащит? Ну, если у меня нет на этого единорога на острове, правильно? Мне нечем тащить, сорян. Даже если единорог тащит, я этого все равно не увижу. Вот если бы у меня этот единорог был...
Это было бы другое дело. Если бы он мне на этом острове был доступен. Да. Это было бы другое дело. Но у меня его нет. Такс. За подлецо монет вообще. Окей, хорошо. Возможно, еще одного рыцаря даже можно построить на самом деле. Раз монет за подлецо прям совсем. Но пока, наверное, не стоит. Пока рано. Я оставила на день переждать зиму около замка. В итоге забыл, элементарно заготовилась. В итоге 70 дней. Хотела было 40. Они у тебя 70 дней сами выжили, да? Неплохо, кстати. О, грифон прям под катапульту. Хорош. Не, грифоднистый рулет, не знаю. Грифоднистый самый рулетный рулет среди всех рулетных рулетов. Ну, естественно, пока я единорога не встретил, но тем не менее. Грифонь, рулет. Это факт. Такс, давай сейчас день наступит, я денег сброшу этому сразу. Такс, на-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 на. Такс. Время нанимать двух рыцарей и на эту сторону тоже. Такс. А, у меня бедняков, по-моему, на рыцаре нет, да? Косяк. Вообще рыцарь более прикольный, на самом деле, чем... Эти. Обычные оруженосцы. Рыцарь намного более устойчив, чем оруженосец. И, по-моему, намного более боевой. Но это не точно. Вот из-за того, что я лагерь беженцев, собственно, у себя снял, за беженцами приходится аж сюда бежать. Овер дофига. Но в итоге меня сожрала та тварь, которая страшнее, чем спаунер, да? Я очень буду надеяться, что эти людишки сейчас добегут. В принципе, добежать на самом деле могут. Ну, дойти. Портал здесь далеко не сразу активируется. Скажем так, шансы дойти у них неплохие. Че пытаешься сделать? Ты ничего, в принципе, зиму переживаю. Скоро направо буду отправлять экспедиции, чтобы портал разрушать. Так, денежки. Деньги, деньги, деньги. Так, надо, кстати, рыцарю недостающие деньги отдать. Да блин. Здесь, по-моему, какого-то рыцаря денег быть не должно было. Ну да ладно. Если у всех рыцарей деньги есть, давай еще одного тогда. Идеально. Как раз ровно за подлецо монет. Видимо, справа рыцарь бежит. Вот этот оруженосец даже что-то не чешется собирать их. Видимо, с правой стороны, издалека, издалека бежит оруженосец, чтобы взять себе метычу. Если за этим оруженосцем сейчас побегут все лучники, это будет финиш. Так, тут не проходило, не? О, во, монеты лежат. Ага. Отличные монетки. Да, он реально бежал туда, и вместе с ним, вместе, точнее, за ним, бежали все лучники. Вообще охрененно. Умные, слов нет. А наступила ночь, и он побежал обратно, собственно, на тест. Все, беги нахрен за мечом за своим. Это неудобно, что они сделали только с одной стороны мечника. Если бы мечник был с двух сторон, было бы намного удобнее, мне кажется.
Покуси. Шаг, можешь влево развиться до слобного портала, там вроде норм место, да и порт можно будет построить. Какой порт? Мне же никакой порт не нужен, Арч. У меня порт, вот. Это мой порт. Сюда появится, ну то есть здесь будет корабль, и я с этим, именно с этого места уплыву. А, ты имеешь в виду порт-портал, ё-моё. Порт-портал, да, я не сразу, но допёр. Сорян. А про порт не спойлерите Шаку, в смысле, а что там спойлерить? Ну, у меня маяк будет, мне земля уже проспойлерила все. Ну, это норм, на самом деле. Текс. Еще один меч. Так. Здесь у меня три рыцаря уже. Да, здесь у меня все три рыцаря. И этим рыцарям до фени, собственно... А, вот, во-во-во, собирать деньги. Все? Угу. Окей. Здесь три на фул заряженных рыцаря. Это зашибись. Теперь, сейчас у меня справа опять же побежит долго-долго-долго-долго будет бежать чувак, чтобы взять меч. А если ночь появится, то он будет долго-долго-долго бежать обратно, чтобы, собственно, меч поставить. Так. Ты как там, бежишь долго-долго-долго? Во, бежит, правильно, давай. Интересно, он добежит за ночь или нет? Вот до наступления. Ой-ой-ой-ой. Ну ладно. Депозит немного мне денег отдал, потому что я мимо него пешком прошелся. Так, ладно. Ага. В конце концов, эти деньги пригодятся, естественно, потому что мне надо будет рыцаря пать. Давай, ты почти сморг. Давай, мужик, не беги обратно, главное. Ты так близко, а цель так тоже близко. Давай, давай, мужик, почти добежал. Оу. И ей, найс. Все. Рыцаря монетками обеспечился. Рыцарь теперь, к сожалению, очень медленно будет идти обратно, пока ночь не начнет прям вот опускаться. Сейчас ночь опустится, тогда он быстро побежит, но все равно не успеет. Здорово, Гичиро. Грифонь, да. Грифонь, рулет. Ага, ночь. Окей, бегут. Мне кажется, ли это две коронные работают плавнее, чем первая часть? Ну, да, скорее всего. В этом как бы суть. Это прям daytime изменился на nighttime. Это Blood Moon, скорее всего. Это не было попаданием даже близко, к сожалению. Вот это было охрененное попадание. Давай еще раз катапультой. Катапульта теперь не работает вблизи. Пам-пам-пам. Катапульта бьет только вдаль. А, да, грустно. Даже катапульта бьет только вдаль, это дико грустно. Так, ладно, у меня здесь... значит, во-первых, мне нужен лагерь бедняков. И попробуем его справа далеко найти. По-моему, если я сейчас не найду лагерь бедняков нормальный, мне при... Олень? О, весна! Лол. О-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло, мы пережили! Мы пережили зиму! Вух-вух-вух. Вжух-вжух-вжух. Класс! Окей, это 5. Снежок еще где-то есть, но уже появляются олени. Так, здесь не будет ничего интересного, здесь будет только саламандра дальше. Значит, лагерь беженцев остался вообще всего один, и он далеко слева. И для того, чтобы его нормально пройти, мне надо убить тот портал, потому что тот портал очень сильно мешает беднякам проходить домой. Сколько монет на улучшение? Много.
Кстати, а что сегодня было? Сегодня было клетки новые. Обновление в клетках, которые просто забей. А чё, лучники сюда бегут? А, просто в лес? Окей. Кролики появляются! Весна! Нормально. Отлично пережили лето, надо признать. Реально шикарно пережили лето. То есть, сегодня были у нас клетовки, после чего была Book of Demons и вот сейчас Kingdom. Так, Михалыч, значит, мне нужно... Вообще у меня здесь два оруженосца стоит. Тут всего один оруженосец стоит, там у меня два оруженосца стоит. Почему-то у меня дырка или нет. Ну, да ладно. Спасибо. Так, 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 пыщ, 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 пыщ. На всякий случай, я не уверен, что у меня будет еще один оруженосец. Хотя, если сделать башню детка, то будет на самом деле. Но пока не надо. Мне нужно больше людей. То есть я сейчас дождусь ночи, дождусь ассалта. Потом выйду из этого ассалта и пойдем за людишками. Да. У, грифон тебя пугает. У, вообще. Ну, ну попади ты в упор, ну ё-моё. Да ё. Так, у, грифон тебя пугает. Да ё-моё. У, не в ту сторону бежишь. У, грифон тебя пугает. Смотри, у, прям. Так. Хорош! Наконец-то есть попадалово. Ох, сколько сейчас денег будет? Да не говори вообще. Сейчас золотая жила золотая. Дофига одна вообще крутая. Здесь ничего нет. Осталось сейчас пройтись по деньгам, да? Сейчас будет ночь. Ассалт. Если у меня рыболовы что-то выловили, поэтому надо пройтись. Вот типа того. И идти за бедняками после ночи, конечно. Так, не фыркай. Ой, зафыркался. Бывает. Уипш, мимо. Ну ладно, почти мимо. На самом деле попал. Тут грустно, что катапульта теперь в упор не бьет. Она бьет только вот именно далеко. Ну, понятное дело, что катапульта именно на это рассчитана, но тем не менее. Если на тебя тот же спаунер нападает, жирный-жирный, а нападает он в основном близко. Если он к стене подойдет, его катапульт не сможет бить, а если его катапульт не сможет бить, то ты в жопе. Причем в глубокой. Жалко. Так, не фыркай. Окей, ну. Да ё-моё, опять фыркай. Да еще попушай. Вот теперь надо за бедняками, по-моему, я даже уже профакапился, надо за бедняками было еще раньше идти. Но можно сделать по-другому. Поехали! Просто тройные рыцари в атаку! Ватага. Я думаю, уж три рыцаря портал должны завалить, даже ночью. Я думаю, три рыцаря даже ночной ассалт должны спокойно переживать. Грифон, когда ест, надо дождаться, когда он хвостом махнет. Ха, прикольно. Окей. Так, вот, собственно, бедняки. И вот сейчас самый главный вопрос. Они будут проходить мимо портала ровно тогда, когда я буду его атаковать? Или после того, как я его атаковать? Оу. Окей. Из меня выбили чуть больше монет, ну да ладно. Они бегут в мою сторону, а не в сторону атакующих, что странно. Ну ладно. О, не выбил монетку, хорошо. Нет, 12 лучников это, конечно, жесть. А рыцари обладают очень неплохой защитой, из них теперь монету хрен выбьет вообще. Красавчики. Смотрите, ни одной монеты. Во, первую потерял. За все это время.
да, люди, бегом, ёпты, бегом домой. Ща будет жоп. Да, Розенди, вырубались рано. Шак, у тебя повар был, зачем бегаешь за бедняками? Потому что лень тратить огромную кучу бабок для того, чтобы делать пекарню. Блин, музыка шикарная. Собственно, второй левый портал немножко уничтожен. Что там бедняки отстают? Блин, они такие тормозные, это просто пипец. На меня же сейчас будет ассалт, правильно? По-моему, да. Здесь порталы остались только там, далеко-далеко около меня. О, около меня, говорю, около скалы. И из них будут выбегать существа чуть ли не днем, для того, чтобы добежать до меня. Не сказать, что это сильно прикольно, но тем не менее. Окей, но здесь рыцари молодцы, здесь рыцари справились. Все, что надо, это просто оставаться на дефе теперь. Окей. А, меч у меня еще один здесь есть. А, видимо, до меча все-таки добрались. Окей, во. Вот он ассалт. По-моему, один чувак не добежал. По-моему, добежал один только, а второй как бы не успел. Так, где тут второй? Кто-нибудь видит бедняка, не? А, оу. И это вторая волна идет, я понял. По-моему, только один до меня добежал. По-моему, второй бедняк не сморг. Есть еще один вариант. Дождаться, пока у пикинеров закончатся, закончатся пики. Тогда они обычными людишками ко мне вернутся. В принципе, это не такой уж плохой вариант. Очень удобно, что у меня пикинеры отбивают тех, кто... А, пикинеры будут работать на тех, кто около стены. Да. Пикинеры будут работать так. У-у-у, страшитесь моего грифона, слабые слабаки. Стрёмно, ё-моё. Смотри, как меня боятся. У-у-у, слабые слабаки. Теперь на стену или там еще портал? Там еще один. Так, бедняк один есть. Я не знаю, дойдет он или нет. Вот, это последний портал, по идее. И после этого сразу стена идет. Но зачем мне идти на стену, когда мне надо идти, по сути, направо, а не на стену? Окей, земля, скажи мне, стена восстанавливается по-прежнему или нет? Да нет. Нет. О! Не, ну тогда, Михалыч, конечно, на стену сначала, окей. Это совсем вообще полностью меняет дело, ёпты. Это ж прям... Да, окей, да? Значит, мне надо сначала разрушить портал, подождать, когда они вернутся, да? И после этого выходить вместе с вот этой бомбой на стену. То есть бомбу только после этого сделать и только после этого выходить на стену. Но сначала надо разрушить последний портал и подождать их возвращения. А возвращаться они будут долго, а жадности за ними будут бежать быстро. Плохо. По идее, нужен более близкий деф будет для того, чтобы нормально вернуться домой. Ага. Внезапно рыцарь. Так, стоп, рыцарь здесь есть. А, тут тоже трое внезапно. Интересно, откуда тут трое? Так, у меня в рюкзаке западлицо. Спасибо кроликам за это. А, сколько денег. О, боже мой, сколько баблища. Do 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 do
Так, с ночь наступает, окей. И сейчас после ночи я сразу ассалт отправлю еще один. Да. Это будет не так плохо, я думаю, даже. Фарк. Не фаркай, покуси. Еще покуси. Ну еще покуси. Ну че ты на покуси? Не хочешь? Ну ладно. Чш, монетка, держись! Так, во, бедняк прибегает, хорошо. Отличное попадание катапульты. Можно, кстати, по сути их попробовать отталкивать именно под катапульту. Ой, хорош. Ой, прям вот. Все? Классный звук, мне он очень нравится. Поддержать, наверное, ребяток стоит, потому что в крайнем случае я им буду бабло отсыпать. Для того, чтобы одни продолжали держаться. Мужики, держатся. А, мне надо еще один меч купить. Лол. Ты вроде одного с прошлого острова привез. В том-то и дело, что одного, а у меня их 6. А, ну хотя нет, стоп. Я одного привез и 5 сделал. Да, все правильно, окей. У меня их должно быть 6. Да? Я привез 2, одного потерял, сделал 4, один остался, и еще один с вышки. Всего 6. Да, все правильно. Окей. Ту-т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 у. Так, рыцари. Окей, на, пойдем. Блин, грифон такой быстрый, что даже пешком обгоняет бегущих рыцарей. Ужас. Самая быстрая королева на Диком Западе. На всем севере. Блин, так прикольно. Прям королева, которая свою армию ведет в атаку. Причем, ну, это не шутки. Армию. Сейчас заодно бедняков еще поставлю. Возможно, они успеют пройти. Но это не точно. Во, лучники жопы взял, монету украл, короче. О, портал уже активен, сейчас будет выходить. Чтобы ночью до меня добежать, им надо как раз выходить вот сейчас. О, жопа будет, мне чувствую. Да убей ты его, ёб-моё. Они в щиты долбятся. Найс. Ну чё, ёпта? Я понял. Да. Ну, в принципе... Окей. Пускай берут деньги, пускай валят нафиг. В принципе, не жалко пока. Мне главное отдефать вот этих ребят, которые у меня домой бегут. У меня стены-то близко нет, поэтому они до дефа добегут не скоро. Королева шаг, какой ваш следующий шаг? Разрушение всего плохого ради всего хорошего. Отличный шаг. Пока вроде количество монет даже сработало. А, нет, показалось. О, алмаз. Ну, я прям даже не знаю. Ай. А, лук. Окей. Блин, там еще бегут. Ну пошли нахрен. Так, за короны, за короны, за короны, за короны, за короны, за короны, за короны. А ну нахрен шли! Фак, корона.
Ну, с небольшими потерями, конечно, но да ладно, хотя бы добежал. Блин, очень опасно добегать, прям люто опасно добегать. Так, мне нужны бабки. Мне нужны бабки, сейчас они начинают отступать. Давай бабло. Так, мне нужны луки сейчас, я лучников потерял очень прилично. Так, на тебе обратно в депозит. Ага. Лучники нужны, не знаю, нужны пикинеры или нет. Но лучники пригодятся точно. И тут у меня сейчас много-много бедняков будет. Так, где эти много-много бедняков? На тебе монетку, на тебе монетку, на тебе монетку. Атаковали одни меня плюс-минус отсюда, то есть здесь уже никого нет. Окей. Ну, в принципе, пережили, грубо говоря, да? Свои войска я дефал. Ну, плюс-минус. Насколько смог. Насколько сморг. Но тоже неплохо. Окей. Деф считается. Охотников ни хрена не осталось слева. Так, дай монет. А, так деф считается, да. Во, охотник налево бежит, хорошо. У меня тут по территории нахрена лень гуляет. А там охотник только соизволил налево побежать. Так, с одной монеткой. Я чувствую, что меня ждет справа достаточно приличное количество монет. И надо бы их взять. Так, пацаны. Осыпайте меня золотом. Так, где эти пацаны? Так, вот, давай. Осыпай меня золотом. Как приятно быть королевой, которая осыпает золото. Кайф. Ха-ха-ха, фулка. Окейно. Окейно. Так, теперь вопрос. Сколько они катят бочку? Вот в чем вопрос. Если это действительно бочка с динамитом, которая уничтожает бомба, типа, которая уничтожает портал, значит, катить они должны достаточно долго, потому что она тяжелая. А если катят они бочку долго, то я хз, как я ее дефать буду. Надо, наверное, дождаться ночи, после этого бочкой заняться. Так, удобно построить портал где-то внутри королевства. Да. Даже спорить не буду. Удобно. Так, ну чё, мы счастливы там? Здесь, кстати, надо проверить на всякий случай рыцаря на наличие монеток. Упс. Так, держись. Или рано еще. А, монетка! Монетки не держатся в последнее время вообще. Ужас. Не держащиеся монетки. Так, вот. При себе держи. Молодец. Так. Так. Не. Прям под катапульту. Не. Окей, на время строить. А. Ни хрена себе, царь бомба. Так, погоди, а я не могу на салт отправить, ребят? Не понял. То ее что, я вести должен, что ли? А рыцари-то ее защищать будут? Блин, надо было, короче, с последним ассалтом выходить, да. Я, наверное, не успею ее довести так. Косяк. А, то есть вы еще и на месте остаетесь. Вообще отлично, блин.
Окей, переводим деф сюда. Сейчас я буду потихонечку деф переводить. Они еще и на месте нахрен остаются. Херово. Баг, что ли? Не знаю. Я пока вижу то, что мне скоро грядет жопа, потому что мне сторону порвут и бомбу уничтожат. И никакие рыцари за мной идти не хотят, чтобы эту бомбу дефать. И... нет, дальше они идти реально не хотят. Перезагрузись, ты думаешь? Почему рыцари с ним не идут? Не знаю. Так, может они теперь... нет, может они сейчас пойдут? А, во! Они сейчас со мной идут. Окей. Только почему их идет всего двое, хотя у меня трое, по идее, должно быть рыцарей, я не знаю. Ну, ладно. Хотя бы двое. Уже неплохо. Слушай, как они защищают меня, как это няшно прям. О, и тащат теперь бомбу трое, кстати. В любом случае, за один день я не успеваю добежать. Они в любом случае успеют появиться. Поэтому пофигу, что я ночью иду. В ночью придется дефаться. Именно лучниками, без катапульты, без всего. С помощью грифоднистого, денег, двух рыцарей и восьми лучников. И бомба, да. Третий в толпе лучников, беги. Нет, это лучник синий. Это синий лучник, это не третий в толпе лучников. Бежать я не буду, потому что сейчас будет ночь. И вот они уже на меня идут. Давай, Грифон, ты нас спасешь. Ха-ха, Грифон! Грифон рулет! Самый грифонистый грифон среди всех графонистых графонов. Бухие лучники. Не в этом плане синие. Живцал грифон, да. Я же говорю, грифон рулет, блин. Серьезно. Самая имба прям. Такс. Давай, лах-бабах, мы скоро подойдем уже. Такс. Сейчас портал должен быть неактивен, потому что, типа... ну, грубо говоря, активность портала должна кончиться. Потому что они вот до меня... да, вот. А, нет, смотри, активен даже. Странно. По идее, его активность кончится должна уже. Так, где мы там, алах-бабах? Вот, день наступает. И не боимся ни хрена. Че, еще ближе? Окей. Знал бы я, что мне еще деньги придется с собой тащить. Ага? What the fuck? Ох, не шутя себе в очпе. Так. Погоди, ты, он даже здесь может есть, окей. Обалдеть. Сойти, слушай, охренеть какая дичь. Так, минус один деф. Так, охренеть, тут еще и второй деф есть. Кушай. Нахрен шли. Нахрен шли. Это моя территория, я буду ее доить. Жесть какая, а? Так, минус еще один. Окей.
Рыцарям пути деньги не нужны даже. Вот радует. Третий еще. Вау. Это реально с ума сойти, слушай. Когда бомба начнет подходить, значит портал уже почти слится. Давай, отстреливай ноги. Не очень много денег на самом деле взял. Чё, четвертый? Да лол. Я прикинь, сколько здесь порталов. Надо было с фулка денег уходить, короче. Да. Вау. Музыка-то какая-то. Здорово, квадроп! Квадроп снова квадроп? Серьезно? Мне показывается, что все еще слайдер, на самом деле, друзья. Интересно, кому верить? Вдруг это шпионский квадроп? Это не квадроп-квадроп. Все, лах-бабах. Нахер пошли. Последний сосал. Да взрывай эту херню к чертям собачьим! Так, блин, слушай. Слушай, 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 слушай. Вау. Вот это нахрен портал, блин. Че я жду? Ага. У меня денег нет. Так, нет. Так, выбивайте из рыцаря деньги, мне нужно 5 монет. Мне реально нужно, чтобы из рыцаря выбили 5 монет. А, погоди, то есть если я отбегу, одни останусь здесь депаться до последнего, да? То есть у меня типа время есть убежать в город, да? Окей, ждите, я скоро приду, короче. Скоро приду, да. Очень скоро приду. Я очень надеюсь, что они живут. Сейчас скоро приду. Так, пацан, здорово, как дела? Сейчас скоро приду, сейчас все будет. А можно не пешком домой возвращаться, пожалуйста, не? Ну ладно. Такс. Окей, значит так, идти с полным кошельком, не тратить монеты просто так. Угу. Домой возвращаются они пешком, то есть домой вернется мне еще и мало лучников. Мне еще придется лучников нанимать. Угу. Что? Стоп. Что? Три рабочих вижу. Покусей. Жаль, что этот грифон не летает, да вообще. Чувака вижу. Удвоение рыцарей прошло. Либо это рыцари, которые справа перешли налево,
Либо удвоение рыцарей прошло весьма успешно. Забавно. Так, ну не, ну чё, здоровы рыцари, как бы, я не против, нифига вы не подумайте. Единственное, что я не понял, откуда они взялись, как... Ладно, сейчас будет фулка денег, настолько фулка, что стыдно будет. Так, дай мне денег сразу. Не, мне не надо настолько много денег, на тебе депозит обратно. Такс. Лучники, 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 лучники. Так. Он отсюда, что ли, всех рыцарей налево перевел? Я не понял. Нет. Хотя... То сколько рыцарей должно было быть? Два же, правильно? Он тут один. Ну, хрен его знает, короче. Мало понятного. Ну, ладно. Окей, мне снова надо делать бомбу. Для этого мне снова надо очень много денег. Но мне надо сделать бомбу, потом пойти в депозите взять еще денег, и после этого только выходить. Если бы мне, конечно, бомба там внезапно не осталась, но она не осталась, потому что мне даже рабочие прибежали обратно сюда. Интересно, они до ночи-то вернулись вообще, нет? Да, слушай, они действительно бегут направо. Окей. Это действительно рыцари справа оказались здесь. Внезапно. Окей. Вот. И рыцари теперь бегут сюда. Они бегут охранять, собственно, эту бомбу. Хорошо. Такс. Мне нужны еще лучники. Я одного рыцаря потерял, кстати, лол. Видите, на стене нет этой хрени. Хотя, может, я еще смогу сделать. Почему бы не сделать еще больше рыцарей? На это оруженосец. То есть мне еще и меч надо будет купить. Это дорого. Текс, ну чё, погнали, ребята. Рыцари максимум только двое с тобой могут идти. И это грустно, потому что я бы хотел, чтобы все рыцари за мной пошли. Можно даже подождать целый день, кстати. Хотя здесь деф аж 3 рыцаря, я не знаю. Можно подождать целый день или встретить ассалт прям там, ночной. Я вообще в среди ночи встретил так-то... Было не так плохо. Окей, я подожду здесь целый день, на самом деле. Я вот никуда ходить не буду, потому что рыцари будут за мной. Не, я могу назад пойти. Окей. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, давай я еще один меч тогда сделаю. Здравствуй, босс жадности. Я пришел тебя взорвать. А, нет, пожалуй, в следующий раз. Я не виноват, в конце концов. Так, денег взял, отстань. Взял. С деньгами все нормально. Сейчас я еще подберу денег с этих. С кроликов. С деньгами будет все мега нормуль. Ну, подумаешь, не получилось с первого раза. У вас же тоже не всегда все с первого раза получается. Правильно? Правильно, все не волнует. Главное логово злодеев. Вот у меня тоже с первого раза не получилось убить. Ну, бывает. Ну, бывает. Шаг выше пара рыцарей их смерти. Шаг апни стенку. Не потерял, если потерял, то... Ну да, вымпел порван был, действительно. У меня, значит, не было там рыцаря. Да-да-да, я помню. Ладно, отстанем, а деньги-то взял? Да взял, взял, вон, полная машина денег. Аж через край сыпется. Так ты мне скажи, Квадроб, чё ты слайдера-то на Квадроба опять сменил? Ты же вроде такой довольный был, когда слайдера себе взял. Ну, в смысле, ник.
Да ё-моё, ещё две монетки. О, упало, да? Окей, утрамбовали по самое невпихуемое. Хорошо. Но если рыцарь с другого острова, то вымпел не вешается. Да, тоже верно. У меня сейчас здесь не будет катапульта, потому что все три молотка в бомбу впряглись. У меня здесь чисто бомба. Интересно, реально. Шаг, дай Кваду меч. Я не уверен, что это тот Квад. Квад, напиши мне в ВК, что ты тот Квад. Тогда поверю. Прям так и напиши, я тот Квад. Верну меч. А, толку особо не было, я сразу менять обратно нельзя, только через месяц-два, понятно. Шаг, нужен полезный спойлер? Нет. Ага. Кейдна, поехали. Видимо, из-за того, что я там все, может быть, оно больше не считается. Может, я там все внутри убил, и я уже молодец, как бы. Может, на меня сейчас ассалта никакого не будет, потому что я молодец. Фиг его знает. Бомба! Кс-кс-кс. Кват уже не тот. Да не, сейчас я вот ВК проверю. О, на, точно! Я сейчас вот так вот бомбу, типа, вот так вот отёп. И проверю ВК. А что если бы мне ВК украли, а? Но если бы у тебя ВК украл чувак, который украл у тебя и Твич, то он бы не соотнес Твич с ВК. Он бы не знал, что ты квадроп в ВК, потому что ты в ВК не подписан как квадроп. Понимаешь? Хитро, правда? Какие квадробушек. Я тебе, кстати, сочувствую, что аренка закрывается скоро. Давай смотрим. Вроде как было сообщение, что арена не понравилась создателям Total War, и они ее нахрен шлют. Не понимаю, но звучит убедительно. Ну типа, ты в ВК не подписан как квадроп. А я знаю, кто ты в ВК, правильно? Я знаю, что ты в ВК квадроп, но ты не подписан как квадроп. Если у тебя украли и ВК тоже, откуда он знает, что ты на Твиче квадроп? Если этого в твоем ВК не написано. М? Вот. Логично? Логично. А то, что ты квадроп здесь и то, кто ты в ВК, знаю только я. Да, даже ты не знаешь, я знаю. Человек уже был не очень буквально 5 минут как. Нормально я был, врешь ты все. Это был Галилео эксперимент, он не очень сильно удался, такое бывает. В конце концов, в первый раз. Ага, закрывается. Потому что руки из жопы у разрабов, по сути, набрали новых безыдейных, и жадная политика Wargame. Но это не удивительно. Много проектов из-за своей жадности закрылось. У нас вообще год, кто больше из разрабов облажается. Прям год облажания разрабов. Прям реально, так год можно назвать, 2018. Что там, Fallout 76 у нас, мобильный Diablo. Там много чего было, я сейчас не припомню. Так, ну чё, опять? Снова 5 монет надо давать, я понял. Окей, поехали. Не говори мне, что мне снова всех уничтожать надо. Фух, слава богу, нет, они все уничтожены уже. Хе-хе-хей! В атаку! Последний бой, он трудный самый. Кто бы победил из раза? Беседка на первом месте? Ну тут сложно сказать. Конечно, Fallout 76 это дикое разочарование, но ты знаешь, по любви фанатам не только к Fallout, можно сказать, что и Diablo весьма сильно облажалась. Очень сильно прям. Так, слушай, они очень сильно прутся на самом деле сейчас. Да, мне монеты надо вот так вот именно отдавать им. Потому что они сейчас реально сильно идут. В прошлый раз они так не перлись, заметьте. В прошлый раз было постепенно все это дело. А сейчас они реально просто вот бесконечным потоком прутся. Это мне надо так вот потихонечку продвигаться. Покушал. Так, давай еще.
Когда я взмах как раз делаю, я их отгоняю от себя. Я слежу за монетами, не волнуйтесь. И музыка сменяется ударами сердца, когда я подхожу уже вот к этому. Так. А, еще не дошли, да? Вот, теперь дошли. Эй, Махмуд, поджигай! Окей, я убегу. Валим! Ладно. Я не трус, но какого хрена? Слушай. А мне надо было убежать? Оу. Монарх сохранил король... Становление легенды, одолеть жадность в одном владении. Это что, гейм-овер, что ли? Серьезно? Потрачено монет 911. Вау. Нифига себе. Рип? Серьезно? Хани Ло, пожалуйста, повежливее. Ну, накучить на остальных в крайнем случае, но... А, я же могу твое сообщение просто удалить, а не мутать тебя. Ты размутан, если что. Ну, ты не выжил, да? То есть... жалко. Я не успел убежать, потому что у меня, блин, этот... Нет короны, нет королевы, охрененно. Я не успел убежать, потому что у меня Грифон решил отдохнуть. Он, типа, устал. Извините, ничего, все нормально. Многие не знают, ну, что у меня на канале просто не любят гадости в чате. Не в то, что маты, да, даже, просто гадости, неприятные слова. Ну, да, такая тупая, странная политика канала. Сорян. Поэтому я, собственно, размутываю постоянно людей. Потому что кто-то решил полюбопытствовать, ты очень долго крутился вокруг бомбы, это не я. Кстати, поиграл я в ТС, сколько же багов я как раз решил сначала в деревне кабину сломать. Ты знаешь, я сейчас играю в Тею, и если соблюдать несколько правил, то я пока что даже без багов играю. Мне подсолнух там объяснял, в чем у меня баги были. Вот. Упс. И, в принципе, подсолнух прав, оказывается. То есть я потерял реально свою королеву, да? Так, я на первом острове, насколько я понимаю. Да? Или на каком я острове? Слушай, ну это обидно. Обидно в этом случае королеву терять. Реально обидно. Еще более обидно тереть Грифоня. Так, погоди. Во-первых, где мои стены? Если чё так. Ага, я понял. Спасибо. Внезапное отсутствие стены меня немного смущает. Ага, спасибо за денежку. Внезапное отсутствие молотков меня смущает дважды. Ты умер, нет стен. Отлично. Нифига себе, у лошади поводья появились. А седло шаг скоро заслужит. Зачем тебе седло? Седло для слабаков. Король мертв, да здравствует новый король. Ну да, тупанул в итоге. Ну, я думаю, что я смогу, если я построю сейчас корабль. Я сумею отправиться снова на мой третий остров. Да? Если я сумею отправиться на свой третий остров, то... Что?
Я сумею все поднять заново, как было, и... На третьем острове, если там... Земля, скажи мне. Да, первый остров, да? Да, это, по-моему, первый остров. Это второй, это третий... А, на четвертый. Я ж сумею отправиться на четвертый остров. Если здесь уже корона, значит, тут не будет жадности слева, но будет жадность справа. И значит, я смогу построить на том острове... Как его там? Порт. Вот. Так, Сакина... Ну пока здесь, в принципе, даже сосел есть. С помощью сосла можно будет очень неплохой дев делать себе. Так, дай монетки. Молодец. С первого острова даже монеты очень легко получать, кстати. Действительно легко. А уж учитывая, что у меня замок так-то прокачан уже до железа, между прочим. Да, я могу железный замок здесь сделать. А еще у меня два порванных флага, потому что рыцари рипнулись. Кстати, рипнулись они, по-моему, даже не в этом мире. Рипнулись они в другом мире. Угу. То есть флаги порваны, но в том мире, откуда были рыцари. Вот. Это, видимо, так работает. Я не знаю, как я сейчас дефиться буду. Честно говоря. Я не знаю, первый этот день или не первый, типа. А ты не хочешь тут портал разрушить? Нет. Я хочу сюда потом прийти. Я хочу сначала один остров довести до конца, а потом прийти сюда. Если есть маяк, корабль не разбивается. Я знаю. Я знаю. Мне земля уже говорила. Я сначала один остров доведу до конца, а потом уже остальные. Сдается мне, что не просто так они слева бегут бедняками такими. Ох, блин, не просто так. Так, ладно, пока нифига. Сейчас я дождусь, пока мне сосел даст денег, и я, наверное, побегу. Проверю, что налево, что направо. Второй день. А, то есть у меня даже количество дней заново пошло, серьезно? Лол. Шаг выше предложения, про доту я видел, короче. Тихая ночь. Все дела, такс. Сейчас здесь будет добываться много денег у зайцев. И т.д. Такс. Сосел, отправляемся. Давай смотреть, что у меня слева, что у меня справа будет. Потому что, честно говоря, первый остров я вообще не помню. Ну, а, стоп! Я помню первый остров. У меня справа грифон. Тут вот эта вот тупая лошадь для дебилов, которая постоянно устает. Тупая лошадь. Зачем ты стреляешь в задницу сослов? Мне сейчас надо, по идее, направо на самое, и там около портала стенного был орел. Ну, точнее, грифонь. Короче, вы поняли, да. И мне вот этот грифонь очень сильно нужен. Я только не помню, сколько он стоит. И не потеряю ли я из двух монеток возможность купить его? Ну, посмотрим. Твою мать! Не пугай ты меня так, жопник! Очнись! С тобой все в порядке. Эй, грифонь! Я та же королева, что и была. Выбрать и все, я никто не умирал. Шаг, может, коп с кем-нибудь сыграешь раз заново? Да не, я сейчас заканчивать на самом деле буду уже в стрим. Я сейчас просто хотел, вот пока не забыл грифоне. Вот, и мне надо накопить 10 монеток и отправиться с кораблем в Тудой. И как только я в Тудой иду, собственно, я закончу, наверное. Ух, какой грифонь, блин, всем грифоням грифонь. Так, давай денег. Давай еще денег. Дай мне денег. Нет? Ага. У меня на депозите ничего нет. Это хреновенько. Так, дай денег. Не дает денег. Дай денег. Молодец. Дайте денег. Молодцы.
Отлично. И надо пойти сейчас проверить, где у меня здесь корабль. Я этого тупо не помню. Ну, с учетом того, что справа корабля нет наверняка, он слева, как бы, да, ваш капитан? Но для того, чтобы корабль нормально сделать, надо 10 монет. Потом еще молотки, потом еще лучники. Хотя не обязательно, у меня на предыдущем острове все зашибись. Кстати, а мне же, по идее, теперь слева, на четвертом острове, мне же слева деф не нужен вообще. Да. Да, Синдри. Не за что. Плотина лог. Угу. Чё-то Бладмун, по-моему. Чё-то мне это не нравится немного. Бедняков мало. Нужно, чтобы еще больше бедняков пришло. Чё, один всего был? Серьезно? Лучник на башню так что-то лениво сделал стрель и все. Ну ладно, окей. Надо рыцарей послать на жижу и построить там маяк, вообще похрен. А где мой корабль? Ага, мне тотемы заново за кристаллы покупать надо. Охренеть, а мой корабль только тут, лол. Угу, его сами сейчас построят все. Так, скажи мне, Михалыч, а тут же у меня, по идее, только пирс остался, правильно? Который броснан. Ага, вот здесь вот стена сломана ко всем херам. Ага, и это пирс, и здесь я понял. Так, ну, значит, проще тогда вот эту стену отстроить заново, здесь стена была хорошей. Так, и вот эту стену отстроить. Так, теперь я иду за деньгами обратно. Наберу себе денег и попробую все. Окей, здесь можно маяк построить, потому что все до маяка у меня очищено нафиг. Логично. Здесь можно совершенно спокойно строить маяк. Единственное, что, у меня нет молотков. Ну, большое количество, да? А чтобы молотков большое количество было, нужны бедняки. А чтобы бедняки были, нужны деньги и направо пройти. А чтобы пройти направо, это у них ухры-мухры надо. Так, секунду, ребят. Фэк. Ты не покупал здесь тотем? Ну да, окей, да, тоже логично. На первом острове у меня кристаллов не было, чтобы купить тотем. Я надеюсь, молотки сейчас придут налево. Так, молотков надо еще больше. Тем более, что я молотков с собой же еще забираю часть. В любом случае, молотков больше надо. Это значит, что надо больше бедняков. Так, бедняков. И тудой, тудой. Я не помню, есть ли справа еще один лагерь бедняков. Я помню, что там Грифон в прошлый раз упал у самой у края портала, так же, как и Саламандра была, да? У самого-самого края. Сейчас Грифонистый упал раньше. Что там еще правее, я не помню. Слушай, кстати, а я еще могу же нанять отшельника себе сюда, правильно? Отшельника нанять, и он же со мной на корабль как бы тоже придет. И он сумеет улучшать стены каким-то макаром. Я не помню каким, но сумеет. Так, окей. Ага, это Бладмун, что ли? Серьезно? Так, погоди, почему вы сюда бежите? Там что, стена не отстроилась, что ли? Вы издеваетесь. Это мне нахрен сколько молотков надо, чтобы они там стену все-таки отстроили? Лол. Так, отшельник. Да, я отшельника могу себе взять. Но для этого надо сначала слева уничтожить все. Я с отшельником попробую выплыть с этого острова. Корабль почти достроен.
А они только бегут строить там все. Но здесь, благо, темная ночь, но очень спокойно. Угу. Окей. Значит, рыцари мне тоже понадобятся сейчас. Обязательно. Либо здесь делать мега-железную стену, либо умудриться каким-то раком нанять очень большое количество людей. И это очень большое количество людей сразу пробьет чисто лучниками, просто убьет портал и все. Не хочу рыцаря делать, это очень долго. А, и фермы тут не рентабельны совсем. Одна ферма, один фермер. В смысле, не 6, как во второй части, а 1:1? Серьезно? Это ж мусор. Но этот отшельник ферму превращает в конюшню. По идее, все манты... Чего? Все манты с тобой с острова на остров. Ну ладно. Это не отшельник на стену, это отшельник на ферму. Да хрен с ним. Отшельник и отшельник. Пускай будет. Так. Здрасте. Сосла я, собственно, зарядил. Все нормально. Денег почти за подлицо тоже нормально. Угу. Сейчас надо снова бедняков брать себе. Людей крайне не хватает. Людей не хватает очень сильно. Погоди. То есть мне надо заново по островам плавать, чтобы добыть заново отшельников на одну базу какую-то? Вот это блинство. Так, не фаркай. Маунты. А, маунты. А разве отшельник по стенам не на 5-м острове спавнится? У меня 4 раз так было. Не знаю. А, тут уже стена. Оу, окей. Не, знаешь, грифонник упал возле стены, просто здесь стена очень-очень-очень близко. Да. Файерхард. Повежливее будешь. Не очень. И нет, это нормальная игра, а не то, что ты назвал. Это шикарнейшая игра, просто вот если ты умираешь, сорян, ну ты должен как бы начинать с первого острова, потому что, блин, умер. Здесь умереть или потерять корону достаточно тяжело. А если ты умудрился из-за незнания, например, или потому что ты просто не очень, то, ну, сорян, ты начинаешь с первого острова. Ну, это нормально как бы игра. Ты начинаешь, заметь, даже не с самого начала, у тебя более-менее все есть. Тебе надо просто именно развиваться с нуля нанимать людей и так далее, но у тебя более-менее все есть. Осла! Осла сейчас должна прийти только. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Угу. Сейчас будет 3 молотка. Мне все 3 молотка понадобятся. Будут... Что? А, пик здесь нет. Потому что мне надо в камень выводить. Не, ну можно стены как бы каменными действительно сзади сделать. Они у меня здесь стоят просто так. Молотки. Их можно использовать. Так, кораблю привет. Странно, что мне корабль доделывать надо на первом острове. Я... По-моему, я не доделал корабль на первом острове. По-моему, он сразу прям 10 и 10 выплывал. Ну да ладно. Не суть важно. Самое главное, чтобы у меня здесь слева лучники были на деф так-то. Так, молотки убегают. Мне это не нравится. А, они убегают... Действительно, нахера нам лучники, а? Я не знаю, стена всю ночь-то выдержит или нет. Так, стоянка. Ну пошли отсюда нахрен. Ну пошли отсюда нахрен. Ну пошли отсюда нахрен, моя стена. Я буду ее доить. Ну пошли отсюда нахрен. Нахрен шли отсюда, вот. Вон. Вон. Грифонь устал. О, да, ни хрена себе, даже лучник соизволил прийти, обдолбаться. Декс, хорошо. Здесь будет более... Хорошие бабки. Здесь будет более крутая стена сейчас. Проще будет, определенно. И более крутая стена нужна здесь. Нужен камень, обязательно. Потому что с камня доступна... катапульта, вот.
Заметьте, сколько кроликов еще, пипец. Здорово, Шварц. Потерять корону легко? Не, потерять корону очень сложно. Ты всегда ее догоняешь. Даже если жадность догонит тебя и забьет корону, то ее все равно легко можешь догнать. А умереть это еще умудриться надо, отстань. Ну кто же знал, что бомба меня как бы тоже касается? Вот ты знал, вот и я не знал. А касается. Окей, каменные стены построили. Вот катапульта, вот пикинеры. Отлично. Замечательно вообще. Катапульты, пикинеры, все дела. Рыцари можно нанять только далеко справа будет. То есть это надо справа отстраиваться. А справа отстраиваться я не хочу, потому что вот. Такс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все. Так, дальше мы тогда... Я здесь, по-моему, деф, получается, строил. Блин, мне нужны еще бедняки. Мне нужно бедняки и деньгами отбить атаку жадностей. Вот так вот на бедняков. Фарк. Не фаркай. Сейчас эти бедняки будут пешком долго-долго ходить, а мне надо будет... Ну, так, как только я справа жадность увижу, которые на меня идут, мне надо будет выбросить монеток и просто бедняков спасти. Да, я потеряю больше монет, но мне сейчас, на удивление, люди важнее, чем деньги. Хотя, обычно наоборот. Деньги поважнее будут. Потому что людишек полно, вот, а деньги как бы на месте не валяются. Деньги добывать надо. Но сейчас для меня очень важны люди. У меня нет еще одного рыцаря, у меня нет еще лучников. А лучников надо еще как минимум 6. А лагерь как бы только один остался. Косяк. И больше людей взять неоткуда. Очень большой косяк, слушай. Обалдеть. А если я все прочищу и правый лагерь уберу тоже, откуда мне тогда людей вообще брать? Смотри, даже жадности не бежали нифига. Мило. Я думал, что по идее жадности уже должны появиться, уже должны бежать. Но они что-то даже как-то не рыпаются. О, побежали, побежали, побежали. Молодец, оба два побежали, побежали. Боятся жопы. Так, сосёл. А сосёл? Не. Жопа! Во, правильно сделал. Нехрен мои монетки тискать. Так, тут кузнецы наконец-то прибежали. Окей, на. Кузнецы прибежали, собственно, стену делать. Рожать королеву улья ты или где? Или где? Так, я тебе много раз повторял тактику. Я ее каждый раз забываю, потому что, наверное, не хочу ее запоминать. А, ты про это? Не, земля, не. Не прикольно. Так, каменная стена. О, да. О, катапульта. Окей. Катапультовая. Можно так-то катапультовую на самом деле поставить, если уж на то пошло. Так, ладно, мне пока надо еще больше бедняков. А хотя бы один должен был успеть заспауниться обратно там. И мне надо еще одного сюда притащить. А по поводу ищешь дев за лагерем, это сопряжено с некоторыми трудностями поискать дев за лагерем здесь. Потому что здесь как бы тупик. Тут нет дефа. Тут нету дефа, нету дефа, нету дефа, нету дефа, нету дефа, нету дефа, нету дефа. Нету дефа, нету дефа, нету дефа. Нельзя так сделать, земля. Вот как ты хочешь, чтобы я сделал, вот так сделать, короче, нельзя. Где? Тут люди после проигрыша сохраняются, вот их вещи нет. Ну так людишки у меня сохранились в итоге на следующем острове, понимаешь? На четвертом, вернее. Не на этом. В этом косяк. Косяк. Тут что-то олени на мою базу прибежали вообще наглые такие. Так, не, да куда ты мне деньги даешь, идиот?
Окей. Это депозит, если я сюда еще вернусь. Мне бы только выбрать день. Вот. Слепук чего, слепук? Не было нигде слепука, врешь ты все вообще. Что таким быть? Так, здесь даже кролики внутри моей территории до сих пор бегают, на удивление. Че они внутри моей территории забыли, вообще непонятно. А, две монеты. Окей. Две монеты сделал корабль и 10 монет погнать на следующий остров. Вот в чем дело. Но опять же, я сначала хочу здесь построить маяк. Маяк это важно. Маяк это нужно. Я надеюсь, у меня сейчас-то там кузнецы не захотят, не кузнецы, а молотки. Не захотят встать АФК у корабля в количестве 3 штук. Если это так, то это будет крайне грустно. А-а-а, я лох. Я же в прошлый раз так же... Ой, твою мать. Я же в прошлый раз ровно на этом же и закончил. У меня здесь было 2 воина. И я хотел их отправить на стенку, а они побежали на корабль, потому что я корабль поставил. Черт! Блин. Получено достижение на 7-й день. Вращитель акр земли. Окей. Жадности идут. Уйп. Ну их тут так мало, прям аж стыдно. Окей. Ну да. Они просто убегают на корабль. Мат. Шаг не очень... Ну чего ты сразу такое? Мне же обидно. Мне самому обидно. Я не думал, что он за 2 монетки встает, типа, на воду. Да, они ждут уже внутри жопы. Естественно, все лучники у меня отправляются туда же. И у меня на острове не остается вообще ничего. Ну ладно, окей, с 4-го острова буду начинать рулить на все остальные острова, окей. 4-й остров будет моим стартовым тогда, вот. Не первый, не, 1-й остров для слабаков. 4-й. 4-й остров для настоящих мужиков. Окей, валим отсюда. Какой герб вообще? Всем гербам герб. Так, зашибись. Мы идем на вот этот остров, да. Так, у меня немного рухнули все стены. Бывает. У меня сейчас только-только начинается день, поэтому все стены можно обратно построить. Вопрос, где они были? А, погоди, это... Не понял. У меня база слева же, правильно? Ага, во, вот тут вот стена была. Такс. Здесь уже ничего не было. Ладно. Так, тут стену строить моментально. Это я восстанавливаю очень крутую стену, правильно? Правильно. Так. Теперь не фыркай. О, башни остались, кстати, неплохо. Рыцари даже до сих пор здесь, вообще мужики! Красавцы, мать вашу! В смысле, хорошая они, да? Такс, молотки, молотков еще больше надо. Привет депозитов. Смотри, а здесь стена не рухнула. Здесь стены стоят, рыцари, слушай, охренеть их сколько. Идут нормально так вообще. Косом привет. Так, погоди, а я с этой стороны вообще деф-то должен делать или нет? У меня же с этой стороны больше ничего не будет, если я все правильно понимаю. Могу еще нарисовать, обращайтесь. Ну, прикольно. Ну, больше-то не надо, меня мой полностью устраивает герб. Тут у нас вот бедняки, не бедняки, в смысле граждане идут, которые никто.
Окей, вопрос. Ага, вот, бедняк раз, бедняк раз. Ууу, Михалыч, вот это процессия бедняков. Так, стоп, ну, покушай. Ага. Так, а ну кто-то тут спер монетку лишнюю. Ага. Окей. Портал закрыт? Погоди, это закрыт или открыт все еще? Он же считается, по идее, правильно? Ну, то есть, если бы мне здесь корона на острове, значит, отсюда никто не должен идти. Сейчас будет ночь, я подожду. Если здесь портал откроется, значит, ну нахрена тогда надо было это делать? Уничтожен. Постой, посмотри. Я сейчас постою, ночь. Но, по идее, сейчас ночь уже, я не знаю, еще не началась, да? Она темнее должна. Вот, звезды появляются, все дела. Плюс-минус в это время портал должен быть уже активным. Правильно? Правильно. Да, вот, луна там сидела красиво, ярко. Окей, значит, здесь у меня никакого ассалта больше не будет. Можно остаться абсолютно спокойным. Это радует. Это отличнейшие новости. Это просто великолепнейшие новости. Значит, слева не надо ни шутя, а щпе. Кстати, а где моя мега-башня? Неужели мою мега-башню разрушили? Обычную не тронули, а мега-башню разрушили. Так что ли? Значит так, мне теперь надо развиваться чисто направо. Светлое будущее, товарищи. Вот. Но чтобы развиваться направо, надо много денег. Окей, да, у меня здесь... Сколько у меня здесь? 4 рыцаря стоят! Вы издеваетесь. Лол. У меня здесь просто нахрен 4 рыцаря стоят на дефе там, где никого больше не будет. Вот, прикольно. Так, здесь у меня куча бедняков. А, нет, вот она, 4 полбашни, все нормально, 4 полбашни на месте. Значит, куча бедняков, из кучи бедняков мы делаем что? Кучу лучников, как минимум. Дальше, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ага. Попал, молодец. Еще дальше. Такс. Мне не нужны на эту сторону катапульта, так ведь, наверное? Я думаю, в этой стороне можно и без катапульта вполне себе обойтись. Да. Мне нужен рыцарь еще один. Вот что точно. Два рыцаря еще нужно. Потому что с прошлого острова я привел просто 2 оруженосцев. Мне нужно здесь 2 рыцаря и разбивать сколько-то там какое-то количество порталов где-то так. Хотя ладно, хрен с ним. Катапульта будет? Окей. Деф водный в Африке. Деф вещь полезная, определенно. Еще молотки. Дайте денег. Молодец. Катапульты построят? Окей. Теперь 2 оруженосца превратить в 2 рыцарей. Вот что важно. Что-то земля заспамила. Заспамила, погоди. Сейчас закидаю ссылками, предупреждаю, что смотрю, есть такие рисуночки герба. Я думаю, что ты спамишь всякое? Ну, я так чуть-чуть посмотрел. Ну, забавно, земля, окей. Меня просто не нужны, я свой герб, собственно, выбрал. Меня он полностью устраивает. Окей, да. Бомбу сделать, кстати говоря, больше нельзя. Она только, видимо, для портала, для того. То есть, спаунер, который на берегу стоит, надо вручную разбивать лицо ему. И не только лицо. Так, еще деньги, окей. Еще 3 лучника у нас будет, это хорошо. Ага, вот они, собственно, идут получать меч. Что тоже очень хорошо. А здесь на дефе остаются... Ну, тут целый рыцарь еще, нормально. Деф есть, с дефом все нормально. Целый рыцарь, когда на дефе будет, все замечательно.
И кролики заодно, кстати, есть. У меня здесь не только рыцари, у меня вот еще и охотники. Вполне. Так, ну и, собственно, я не знаю, сейчас это делать или в следующий раз уже. Да давайте вот этот ассалт до следующего раза оставим. В следующий раз сделаю ассалт, построю маяк и буду проходить дальше острова. Вот. А пока, наверное, хватит.